Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео мы с вами поговорим о том, как вы сами своими руками можете заставить обычные вещи работать на вас, и не просто работать, но и приносить вам удачу и успех в вашу жизнь. Хотим вам напомнить такую простую истину, что каждая вещь обладает своей энергетикой. И знаете, наши предки умели пользоваться обычными на первый взгляд предметами, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, успех и изобилие. И вы знаете, используя эти предметы, используя простые щепотки, каждый сможет сделать так, чтобы какие-то простые рядовые предметы начали вам работать во благо. Друзья, если вам это видео было полезно, в обязательном порядке напишите в комментариях «благодарю и принимаю» и ставьте лайк. Наш дом, как мы все знаем, это полная чаша, это сытость и достаток, который приходит в нашу жизнь, если мы с вами будем бережно раскладывать продукты и будем приговаривать следующие слова: «Жизнь без голода, дом без нищеты». Привлечь удачу можно и с помощью, как мы уже говорили, какой-то повседневной одежды. Перед тем, как выйти на улицу, ваш предмет гардероба нужно встряхнуть. Далее, оглаживать руками и шептать следующие слова: «Удача со мной, невзгоды долой». А если мы говорим про обувь, то обувь перед выходом протирают со следующими словами: «Куда ни пойду, монетку найду, денежную удачу домой приведу». Вы знаете, деньги также могут работать сами на себя и приумножать ваш достаток, если купюры и монеты заговаривать перед тем, как расплатиться. А слова следующие: «Сколько убыло, столько и прибудет, да еще и сверху положится, троекратно приумножится». Конечно, работать на себя можно заставить и даже водичку. Набирая ее для уборки, нужно приговаривать следующие слова: «В доме чисто, на душе спокойно». Если мы говорим о поливе, то «расти и развивайся, без урожая ваше имя не оставайся». А вот для приготовления еды или напитков нам нужно произнести следующие слова: «Сытый дом, удача в нем». Что же касается стирки, глажки и подготовки спального места, то мы должны знать, что эти места также важны в нашей жизни. И для того, чтобы наш сон был крепким, нас не мучили кошмары и прочие какие-то неудобства, к белью обращается со следующими словами: «Спится сладко, сон крепок, утро доброе». Ну а чтобы успешно подготовиться к экзаменам, каким-то отчетам, выполнить работу на отлично, вам помогут следующие слова на письменные принадлежности. Слова следующие: буквы в слова, слова в деньги, деньги в почет. Друзья, вот такие вот заговоры на предметы на удачу вы можете проводить. Возможно, вы какие-то знаете другие слова заговора, вы также их можете использовать. Главное здесь то, чтобы это помогало вам в жизни. Возможно, когда вы убираете, например, подметаете веником, вы проговариваете какие-то слова. Это тоже очень здорово. Или когда вы на кухне что-то готовите, у вас особые есть слова. Тоже произносите обязательно. Ваш мозг должен постоянно быть чем-то занят, и мы должны сделать так, чтобы наш мозг постоянно работал на привлечение денег, на привлечение финансового изобилия, благополучия именно в нашу жизнь. Друзья, вот такие вот сегодня мы заговоры, предметы говорили на удачу. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале, у нас много интересного и полезного на канале. Ну а мы сейчас с вами, друзья, прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!